начала и до конца. И с самого начала, когда вас сюда отправили, они вас бросили. Бросили убивать мирное население. Не нас, ополченцев, запомните. Не нас, ополченцев, а убивать мирное население. Каждому из вас будет предоставлена возможность вернуться домой. С честью, достоинством отнесемся каждому из вас. Накормим, искупаем, возможно, переоденем. Ну, знаете, это только начало большого нашего пути. И все ваши ухмылки, и все ваши пожелания мы тоже учтем. Но то, что к вам никто не прикоснется, избивать... Все, оставить разговор. Ничего абсолютно не будет. Я как комиссар армии, я гарантирую.